Доброго здоровья, мальчики, девочки. Ну что, поехали? Ну что, у меня уже стоит 4 сжатых сборщика нейтрония, которые вместо пылинки дают самородок. Вот, они накапливаются потихонечку. Слитки я уже просто делаю. А что касается моей мультипасики и поглощающей жемчужины, я уже сделал. Катализатор, он будет на следующий день. В награду дадут опять 3 ультракорпуса механизма. И в квестах у меня есть еще 2 незаконченных квеста. Ой, это не сюда. Это сюда. Это ультраэкстрактор. Это раз катализатор. И ультракомпрессор. Еще один катализатор. Вот, ультраутилизатор тут ничего больше не дают. Просто как квест. Чтобы понять, сколько всего тратится на один сжатый сборщик, я его поставил уже на автокрафт. Ба-бам! 18 тысяч алмазов. 27 тысяч красной пыли. Адских звезд. Немало, почти 4 сотни. Резины 28 тысяч. Иридия. Почти, ну, 2000. То есть немало. Всего немало. Поэтому там у меня накапливаются некоторые ресурсы для этого. А я хочу пойти дальше вот на этого товарища. Магия здесь, в этой сборке, отсутствует. Поэтому придется ему вливать очень много физического урона. Очень много. Проходить будет всего 5%. Моим мечом пока, у которого 410 урона, это будет проходить, дай бог, чтобы 10-15 урона всего лишь на данный момент. Поэтому я хочу сделать 2 вещи еще. 3 даже. Первое. Это в меч воткнуть модуль отравления, прокачать его по максимуму. Это дополнительный урон будет. Поджог, еще один дополнительный урон будет. И удвоение мощи. Вот. Делается он, конечно, не так уж и просто. Для этого нужно сделать меч хаоса и флаксовый конденсатор хаоса. Но здесь возникает другая проблемка небольшая. Блин. Это у меня заканчиваются мои драконьи. Причем очень быстро заканчиваются. Надо что-то начинать делать. А тут... Единственный способ. Есть 3 способа добывания дракония. Ну, 2 из самых доступных. Это бегать по энду, добывать руду, чего не очень-то хочется. И, пожалуйста, опять те же самые пчелки. Драконьевые трутни, которые дают драконьевые соты. А из сот уже падают или самородки, или пыль. Вот. Но здесь есть один маленький нюанс. Во-первых, она требует для своей работы яйцо дракона. И температура у нее холодная. Но все эти гены я ей заменю. Яйцо дракона заменю на цветочки. Вот, а температуру поставлю обычную. И время жизни, и скорость работы тоже поменяю на максимальный и наибыстрейший. И они будут питаться цветочками, не яйцами. Так что придется опять разводить пчелок и менять все мои нейтроневые пчелы, которые там сейчас пашут как проклятые. Уже в принципе не особо, без особой необходимости мне буду менять на драконевые. Но здесь опять у меня закончились практически все мои принцессы, поэтому придется еще бегать по миру, собирать принцессок. Вот, ну, я за работу. А, и еще. Хочу испробовать на боссах вот такую вот молотилку из дракония. Из дракоников. Посмотреть, будет ли она на ней работать. В принципе, молотилке абсолютно все равно, какого враждебного моба убивать. Босса, не босса, бля. Сколько в нем жизни. Главное, чтобы вливать в него много энергии. Ну, с энергией тоже проблем нет.
Поэтому поставлю себе в помощь одну молотилку и посмотрим, что из этого получится. Ну все, я за работу. Буду сейчас делать эти модули. И как только что-то будет, подключусь, покажу. Ну что, первые два модуля, вот установленные модули, можете посмотреть, поджог отравления стоит. Поджог имеет один единственный уровень, отравление имеет 6 уровней. Уровни — это вот эти вот штучки. Сейчас я сделаю еще пяток и будем усиливаться. Так. Как ты там пашешь? Работай. Давай. Пунь, готово. Так, вот они. Так, вставляем сюда мечик. Вставляем сюда улучшалки. Меняем режим на усиление. Так, отравление. Все нормально. И начинаем усиливать. Второй уровень. Всё. В этом плане все в порядке, все по максимуму. Теперь осталось, так, это мы уберем, осталось сделать удвоение мощи. Ну а тут, конечно, мама не горюй. Ну что, работаем дальше, посмотрим насчет трутни. Я, оказывается, не тех трутни еще прикупил. Это мелочь, поэтому добрые люди мне подарили тех самых драконьевых трутней, которые необходимы. Здесь есть маленькое но. Во-первых, это кратчайший срок жизни и коренная порода. Поэтому я одного трутня сразу поставил на выведение ген. Вытащу из нее ген драконьего, самого драконьего трутня. И дальше уже поставлю все самые необходимые максимальные гены, которые у меня существуют. Они у меня есть много. Вот. И буду размножать. У меня закончились принцессы, поэтому сейчас еще по миру придется побегать принцесс пособирать. Обычных лесных или луговых принцесс. Все, я работать дальше. Так, что касается последнего модуля для моего меча. Модуля удвоения мощи. Весь крафт я уже выложил. Ресурсов съело до хрена. И остался только последний элемент. Это флаксовый конденсатор. Вот его крафт. Это два ядра хаоса, куча дракона. Кроме того, еще осколков хаоса дофига. Внутри я себе здесь уже выложил все, что нужно. Остается только последний элемент. Это еще одно ядро хаоса. Сейчас мы его быстренько и забульбиним. Так, это сюда, сюда. Так, так. Иди сюда. Вот так и вот так. 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 И забираем. И идем сюда. Так, что здесь за режим усиления нам не нужен? Нам нужен модификация. Ставим свой мечик. Ставим модуль. И 820 урона. Вот. Я думаю, с таким уроном можно на боссов идти смело. Так, что тут наши пчелки? Где? Вот. Так, 11 зарядов. Здесь я буду делать... Стоит массив, куда я воткнул гены для новых моих дракониковых трутней. Что у меня тут есть? Скорость производства наибыстрейшая. Срок жизни обычный, просто длиннее нету. Плодовитость средняя. Температура и влажность... Обычно и в обе стороны по 3.
работает ночью, в дождь, в пещерах, опыляется цветочки, а не коренной породой, как у стандартной. И скорость опыления наибыстрейшая, нехай будет. Пусть она у меня полностью зарядится. А что касается трутней. У меня нашел еще одну лесную. Зимняя, а у нее стандартная ледяная. Но с помощью акклиматизатора я ее поднял до обычной. Вот ледяная вверх 3. Так, первые три принцессы готовы. Сейчас мы пойдем еще огненного порошка найдем. Потому что у меня еще есть парочка зимних принцесс. И мы их тоже сейчас температурку задерем. Так, тени, вот они. Раз, два. Пять принцесс. Так, это сюда. И это сюда. Сейчас они у меня тоже чуть-чуть акклиматизируются. Вот хотя бы, чтобы вверх 3 было. Огненный порошок поднимает температуру им на 1 единичку. На 2 единички. Максимум может быть вот 4. И сейчас посмотрим. Ну вот, потратился 21 порошок. И у моей зимней принцессы температура поднялась ледяной вверх на 5. То есть она может работать во всех температурных диапазонах. Так, ставим еще одну и пусть она работает. Что у нас тут? 11 зарядов. Ну, пусть пашет дальше. Опа. Закончились мои деревяшки. Иди сюда. Вперед. Тут пока еще есть. Давайте подложим туда им еще мусора разного. Так, так и так. Нехай работает. Так, пущай работает. Так, что у нас идет дальше по плану? Так. Это пашет. Сколько у нас пластинок уже накопилось? 3000. Ну пусть работает дальше. Так, у нас мне за ежедневное задание дали еще 3 ультракорпуса механизма. Поэтому что мы сейчас будем делать? Мне нужен вот такой вот катализатор вытащить. Поэтому я сейчас сделаю экстрактор. Мне не нужен вот компрессор. Что нам нужно на компрессор? Там усиленный компрессор. И вот такая красная матрица. Что нам нужно на эту матрицу? Да, в принципе, не так уж много. Нам нужны ридиевые руды энергетических пластинок. Нам. Сейчас мы ридиевые руды наделаем. Так. Ириди вперед, ириди вперед и вперед. Работай. Сейчас натворим пластинок. Так, где моя энергетическая руда? Питки мои, вот они. Раз. Идем в обработчик. Обожаю эти ультрамеханизмы. Все в два раза увеличивают заразы. Так. И вперед. Работаешь? Работаешь. Сколько тебе времени понадобится? Всего лишь 1 минутка. Так, дальше. Нам нужно сделать еще вот такую вот. Еще одну вот такую вот машинку. Это силовой активатор. Делается она несложно. Это есть. Матричный усилитель. Вот он. Угу. Чего-то не хватает. Венца. Блин, задолбал этот венец, если честно. Ой, это мифрил. Венец.
Ты где, твою бога душу? Вот он. И, ой, вперед продвигались отряды. Вот он. Можешь? Можешь. Вперед. Как у вас тут дела? Работаете. Ну, работайте дальше. Данный матричный этот самый активатор. Где он? Вот он, силовой активатор. Мне нужен для того, чтобы делать энергетические силовые слитки. Данные энергетические силовые слитки. У меня тут их есть немножко. Вот. Я их буду превращать с помощью темной материи в заряженные драконьевые блоки. Дело в том, что энергетические слитки я могу делать в любом количестве. Так, у меня остался этот самый силовая материя. Силовая материя не осталась, поэтому мы идем сюда. Включаем. И вот делается силовая материя. С помощью силовой материи и золотой пыли. О, блин, она же у меня есть. КП. С помощью силовой материи и золотой пыли делается энергетическая руда. Вот мы возьмем, предположим, 4 стака. Потом кладем ее в первый слот. Она ее дробит 1 к 4. Пыль. Данная пыль в ультрапечи превращает ее вот в энергетический слиток. То есть мы получаем из 4 стаков энергетической руды 16 стаков. Так, и 16, даже больше было. Энергетических слитков. И данный активатор, он и делает из этих энергетических слитков энергетически заряженные, энергетические силовые слитки. Вот такие. Потом они превращаются в блоки. И эти блоки мы превращаем в заряженные драконьевые блоки, которые потом будем менять на сердца, а сердца будем менять на пробужденные блоки драконьевых, драконьевые блоки. То есть вот такая вот фигня. Так, что тут у нас? 12 зарядов. А здесь в акклиматизаторе. А тут уже подольше почему-то. Первая быстро сработала, а вторая что-то долго пашет. Ну, пась. Пускай работает. О, блин, как вы заколебались, честно. Вот эти вот виточки просто бесят. Кто их придумал, надо руки оторвать. Пшел он. Так, где? Хотя, в принципе, вверх 3 тоже хватит. Так, принцессы для работы готовы. Осталось, хотя, в принципе, 12 зарядов пока хватит. Что мы делаем дальше? Мы берем парочку личинок, штучек 5. Идем. Где? Вот сюда. Это у нас что было? Это нам не надо. Мы ставим вот этот. Заряжаем сюда личинки. И эти личинки будут превращаться у нас в дракониковых трутней, которые у нас и будут работать.
Для того, чтобы принцесса превратилась в нужную нам дракониковую принцессу со всеми генами, которые есть в трутнях, я вложил, это нужно 4-5 мутаций в нашем большом улье с помощью мутагена. Ну давай, хотя бы одну дай мне. Так, пока она делается. Сейчас я вам кое-что покажу еще. В данной пасеке у нас стоит модуль улучшения производства. Я их поставлю по максимуму. И сюда необходим еще поставить модуль, точнее улучшение. Давай, показывай, негодяйка. Вот такая вот генетическая стабилизация. Она предотвращает появление различных генетических мутаций, и будут появляться трутни только такие, какие есть с теми генами, которые есть у принцесс. Это необходимо для того, чтобы потом не появлялось вот такого вот бардака. Кстати. Дело в том, что при каждое поколение, которое выдает принцесса, есть определенный шанс появления каких-то мутаций. То есть меняются какие-то гены. Так вот, чтобы это не происходило, и трутни появлялись именно такие, какие были заложены в принцессе, и ставится вот такой вот модуль. Генетическая стабилизация. Потому что нам вот такого вот мусора абсолютно не надо. О, здесь вообще ничего нет. Ой, не сюда. Так. Эй, я сказал так. Остальное вот сюда. Работай, негр. Да, процесс долгий. Ладно, подождем. Пока там делаются наши трутни. Так, вот он, силовой активатор. Берем силовой активатор. Так, где наши энергетические слитки? Берем слиточки. Идем сюда. Ставим его сюда. Для получения заряженных энергетических слитков необходимо несколько условий. Открытое небо есть. Нужно дождаться дождя. И во время дождя, почему дождя, не знаю. Плюс еще нужно, чтобы молния дубасила. Так, включайся. Чтобы молния дубасила. У нас наши энергетические слитки превращаются в энергетически заряженные слитки. Ну и пусть работают. Дальше, следующее, что я хотел сделать, это я хотел, так иди нафиг, экстрактор-компрессор. Брысь. Так, это у нас есть, нам нужен стабилизатор и конфигурационный модуль. Так, будем делать их по отдельности, потому что у них стабилизатор. Да. Нужны еще иридий. Раз, два. И нужны еще. Так, есть тут какие-то у меня парочка хотя бы. А вот они. Этих и заберу. И превращу их в слитки. Ой, точнее в пластиночки. Так. Иди сюда. Так, где ты? Силовой стабилизатор. У тебя все есть? Блин, теперь слитков не хватает. Топ, тебя укусили. Ой. Брысь. Так. То есть. Работай. Товарищ. Ой, все, да? И конфигурационный модуль нужен. В нем тоже все есть для работы.
Дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Тын-тын-тын-тын-тын. Тоже все, тоже все. Поэтому мы усиленный компрессор снимаем. Оп. И делаем ультракомпрессор. Вот он. Сдаем квестик. Получаем мощную солнечную панельку и катализатор бесконечности. Вот. Ультракомпрессор мы ставим на место. Катализатор бесконечности мы ставим на место. И у нас осталось только в нашей мультипасеке самая мелочь. Еще 16 катализаторов бесконечности, куча кристаллических матриц, нейтроневые шестеренки, вот с которых мы и начнем. Нам нужно... Так, иди сюда. Иди сюда. Будем так работать. Для каждой нужно 4 нейтроневые шестеренки, один излучатель энергии, да? Излучатель энергии. Делаем сразу 4 штуки. И тут, мама мия. И тут такая сенсикора, мамбарбия, киркуду. Ладно. Первый пошел. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Дальше. Берем несколько... Так, порох нам не нужен. Вот это нам надо. Идем наш обработчик металлический. Пластинки. Пластинки. Еще пластинки. Еще пластинки. Часть пластинок мы превращаем в стержни. Скидываем. И нам нужно... Еще просто слиточки. Кажется, так. Идем снова сюда. Ой, 5 штук много. Заказываем 4. Ой-ё. Еще стак пластинок и 2 стака стержней, да? Да не вопрос. Теперь тебе все хватит? Я надеюсь. Да, блин. О, все хватит. Только я так понял, работать ты будешь долго, нудно и упорно. Ну, работай. А мы посмотрим, как там наши трутни уже готовы. О! Так. 2 готово. Идем в инку, который батор. И данный инкубатор нам из личинок сейчас сделает трутня. Так, 2 трутня готово. Идемте заряжать наш большой улей. Берем сперва лесную принцессу. И один такой. О, господи, напугало. Так, и... Чего? И будем посмотреть, что из этого получится. Так, этот цветочек. Блин, как меня достали эти цветочки. Так, что ты уже сделала, что ты еще больше ничего не сделала, да? Ну ладно, работай. Понять? А у тебя как дела? Судя по тому, как здесь все крутится, все вертится, дела у нее пока идут. И контора пока пишет. Да, еще 2 минутки осталось. Так. Так вот бегаешь, бегаешь целый день. Пашет. Пашет, что проклятая. Один из этих ультракорпусов. Я из него сделаю дробитель. Вот. И поставлю его. Куда его поставлю? Вот сюда его поставлю. Короче, куда-нибудь воткну и всю вот эту вот
эту субстанцию я превращу в пыль. Потому что сама субстанция, кроме как в пыль, никуда абсолютно не идет. Модификатор ДНК какой-то делается, но в принципе, по большому счету, мне нафиг не нужен. Только вот в пыль. Так, что у нас там? Пойдемте посмотрим пчелки. Пока пашут. Что у тебя здесь? Есть еще одна личинка. Запуливаем. Делайся. Так, а мы пока начнем делать сперва рамки. Мне нужно будет 5 штучек. Так, смотрим. Для рамок что нам нужно? Это нужно 5 процессоров. Сжатого улова есть вроде бы. Так, 5 процессоров и 10 красных камней. Да? 5 процессоров. Пас. Все. Офигеть. 5 процессоров, 10 микросхем красным камушком. Тоже сейчас должно быстро. Готово. Дальше. Нет, мы не так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Это сюда. Так, раз. И вот так. 5 штучек. Готово. Дальше. 5 нам нужно вот таких вот. Так, хотя бы для начала штучек 6 интегральных печатных плат. Это печатная плата, это у нас бронза и красная пыль. У меня, по-моему, все такие печатные платы уже. А, есть еще 8 штучек. 8, но этого мало. Так, поэтому мы ищем тут бронзу. Бронза. Так. Берем вот так. И... берем так, почти так, 60 штук. И идем вытворять печатные, которые платы. Нет, кольный завод нам не нужен. Печатные платы у нас делаются вообще-то здесь, или я уже забыл. Да, там где водичка. Поэтому мы пока это убираем. И выставляем бронза. Оп. Работай, негр. Так, смотрим, что у нас здесь. Еще есть. Здесь еще работает. Тут трутень к ноге. Беготня, беготня. Давай еще хотя бы сейчас закончится, 5 штучек еще сделаю. Так, превращаем наши печатные платы в интегральные печатные платы. Затем, ну-ка посмотрим, тут у меня все есть. Так, а ну-ка сюда иди, дорогой. Сколько ты мне сделаешь? 13. Чего тебе не хватило для полного счастья? Блин, олова не хватило, офигеть. Так, олова, не то олова. Давай вот это олово сделаем быстренько. Пойдем заложим вот сюда. Там, где быстро все работает. Мне нужно еще 2. Да, но пока добегу, думаю, будет. Опа. Так,
Так, так. Раз, два. Брысь. Что тебе еще необходимо для полного счастья? Это есть? Ой. Так, давайте вот сделаем 5 программаторов. Есть у меня тут программаторы? Есть. 5 штучек. Вперед. Вы где, мои любимые программаторы? О, у меня же даже было еще несколько. Так, это есть, это есть, это есть. Там на каждую нужно 4 штуки. Значит, нам нужно 20 микросхем. И 20 микросхем. Вперед. Сейчас мы их заберем. Побежала. Так, идем сюда и начинаем выставлять. Да? Так. Теперь мы это ставим вот сюда. Это мы ставим посерединке, это ставим вниз. И пошло. Пошли делать улучшения. О, было что-то. Судя по тому, что мне по голове стукнула молния. Открытое небо, дождь. Но пока ничего не работает. О, вот так вот она должна была стоять, ёкарный бабай. Сейчас будет готово. Ничего в этом сложного нет. Так, 3, 4. Давай сюда. И сюда. Вот так. Идем посмотрим теперь пчелок. Оп. О. А теперь все в анализатор. Так, принцесса. И пошли трутни. Что мы имеем с гусь? Мы имеем пока гибрид. Не все гены схватились. Но это не страшно. Так, что у нас из... Так. Это в мусорку сразу. Такие нам не нужны. Да, пока оно там анализируется, давайте глянем. Ага, тут готово. Да. В инкубатор тебе. Что у нас тут? Тоже гибриды. Гибриды нам такие не нужны. Заряжаем наш мутатор. Вставляем вот такую и одну такую. И работай дальше. Так. Делаешься? Делаешься. Давайте поставим еще. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. И нехай переделываются наши личиночки. То. Готово. Что у нас тут? Тоже мусор. Мусор мы кладем сюда. Так. Это нам уже не надо. Блин, сколько тут говна. Я даже это все анализировать не буду. Просто-напросто. Просто возьму вот так вот и в мусорку скину. О, у меня тут целый, блин, алмазный сундук мусора, блин. Так, свет мы... Да пошел ты. Свет мы отсюда вынимаем и ставим один вот такой. И когда появится у нас нужная принцесска, она у нас будет работать тут. Готово? Работай дальше. Так, мы делали... Так, ультракомпрессор мы сделали. Давайте посмотрим, что здесь. О, готово. Так, давайте еще поставим. Вот так.
И нехай переделывается. Тынш. Работаешь? Работаешь. Ну, работай себе на здоровье. А это пока сюда будем скидывать. Потом из этого и из вот этого. Так, у меня есть темная материя. А давайте сразу попробуем. Долг-то откладывать. Так, 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 так. И вот таким вот образом мы энергетические силовые слитки превращаем в заряженные драконьевые блоки. Мелочь, а приятно. Сколько у нас получится? 30 штук получилось. 16 у меня было. Так, темная материя, которой сейчас у меня нет. Пожалуйста, будь любезна работать. Ты делаешься долго, поэтому... Так, работает. Да, вот в такой вот беготне и проходит весь день. Туда-сюда. Офигеть. Это нам рассказывают, что ты тут все сделала. Так, надо тут как-то сундучки понатыкать, чтобы не бегать вот так вот постоянно туда-сюда. А воткнуть пару тысяч. Так, где ты? Ёшкин? Матрёшкин. И орёт. Продвигались отряды спартаковцев, смелых бойцов. Так. Тоже работает, блин. Это мы заберем. То есть это вот так вот заполним. И черепушки мы воткнем сюда. Звезды нам нужны. И много. Так, это мы скинем в мусорку. Мусор нам здесь не нужен. Так. Освободим наш предыдущий массив. Очищается он простой пережаркой. Вот. И мы его кладем обратно. О, у меня тут была одна генетическая стабилизация. Ну, нехай будет. Пчелки, как вы? Живы? Что это тут мне прилетело? Яйцо с трутнями. Ладно. Сюда. Яйцо сюда скинем. Да, здесь тоже. Накопилось бардака. 15 тысяч обычных сот. Офигеть. Пересохшие, капающие. Вот тут у меня еще есть. Шелковистые. Шелковистые. Это что? Это просто пыльца. Шелковистые у меня здесь. Нафиг они мне в принципе нужны? Ниточки я из них делать не собираюсь. Сетки тоже. Ну, нехай будет. Работаешь? Работай. Тихонько. Так, хватим заранее еще один стак. Идем сюда. Это забираем. Это, блин. Это единственное, все хорошо в этом моде Cubics Energy Edition. Но есть один недостаток. Через Shift туда ничего не положишь и обратно не заберешь. Так. Что у нас накапливается? Ну, нехай накапливается. Ладно, сейчас дождусь, когда мои пчелки превратятся в... Принцессы превратятся в нормальные. Так, да. Иди сюда. Иди сюда. Так, а вот тут... А вот тут бардак. Такое впечатление, что она энергию ниоткуда не получает. У меня тут есть где-нибудь проводочек алюминиевый? Нету. Понять?
Идем сюда. Хотя бы один алюминиевый проводочек. Толстый нам не нужен. Нам нужен вот такой вот маленький. Один единственный. Сейчас мы ее быстренько подключим. У меня такое впечатление, что я ее просто не ставил. О, есть. О, работает. Так, что у нас тут? Кора. Ладно, дождемся, когда, как я уже говорил, принцесса станет необходимой для работы. И будем ее внедрять в рабочий улей. Так, после четвертого прохода мы получили то, что в принципе нам необходимо. Драконьевая принцесса. Дракониковая, блин. Срок жизни обычный, скорость производства наибыстрейшая. И здесь температура, влажность в обе стороны 3 обычная, то есть она может работать как в пустыне, так и везде. И да, дневная, ночная, устойчивая, то есть в дождь работает, и пещерная. И то же самое трутень, который у нас был. Здесь все нормально. Здесь все нормально. То есть мы эту пару можем уже запускать сюда в работу. Это первая наша пара, которая пойдет пахать, как пташки. Так, и посмотрим здесь. Здесь, в принципе, все то же самое. И уже поглядим, когда она, о, пошла первая. Вот такие соты, вот такие соты нам и нужны. Каменные соты, в принципе, нам нафиг сдались, а вот такие, вот. Вот ради этого все это и делалось. Ради пыли, ради самородков. Сейчас накопится несколько штучек и посмотрим, сколько нам выдаст. Ну, хотя бы с десятка. А мы пока поставим следующую принцессу делаться. Это заряжаем. Так, это сюда. И это сюда. И вперед. Пуньк и работай. Ну что, сейчас дождусь и проведем тест, сколько нам эти соты выдадут. Хотя бы с десятка. Сколько соты выдадут продукт. Ну что, первые 10 сот мы получили. Вот что получается из 10 сот. 10 самородков и 2 драконьевые пыли. Но это не обязательно, что так будет всегда. Чего-то может быть меньше, чего-то может быть больше. Но результат уже радует. То есть 10 в 100 в среднем 3 литка. А когда пчелок много, то и результата много. Иди сюда. Пошли дальше работать. Ладно, мальчики, девочки. Я на сегодня закругляюсь. Работы было сделано действительно много. У нас пошла работа с дракониковыми пчелками. Так, что у нас? Говно, говно. Короче, все в мусорку. Вот. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться и колокольчики, чтобы не потеряться. А на этом все. Всего хорошего вам. До свидания.